23 февраля, папуля, всех мужчин сегодня нужно поздравлять. Кто за родину готов под пули, честь и доблесть будем прославлять. Мужество защитников, готовых дом свою страну оборонять, испытаний не боясь суровых и крещение в бою принять. Я хочу, чтоб мир на всей планете воцарился раз и навсегда, чтобы мамы, папы и их дети ни на миг не расставались никогда.